А мы тебе специально путаем, чтобы ты в голове у тебя там каша произошла, и мы тебе... Да, не получится. Не получится? Хорошо. Ну давай, поехали. Мы не ожидали, что мы пройдем, потому что было очень много соперников, конкурентов. Мы были очень рады. Есть одновременные эмоции, вот и выигрыш, и все эти чувства смешаются, и думаю, что это очень классно испытывать такие чувства. Вот никто сидящих из нас даже в зале не сможет повторить такое. Правильно? Вы крутые. Каждый делает что-то свое. Постарались на все 100, придумали очень хорошо. Стараемся все выложиться и показать все, да, все самое лучшее. Эти примеры, эти наши вычисления очень сложные, и не каждому это под силу. Даже если с нами будет соревноваться какой-нибудь там мастер математики или таких вот вычислений, когда видим разный талант, очень так страшно, мандраж появляется. Главное не волноваться, берем все руки, готовимся, и мы, так сказать, настраиваем себя на победу. Здесь очень много людей, очень много талантов, очень много конкурентов. И мне кажется, это даже больше, чем Олимпиада для нас. И у нас такая цель – прославить Кыргызстан по всему миру. Сейчас я, Арсен, буду складывать четырехзначные числа. Поехали! Ответ 53307. Дальше Баель будет извлекать кубический корень от пятизначного числа. Поехали! Мой ответ 39. Дальше нурболог будет умножать пятизначное число на пятизначное число. Поехали! Мой ответ 412 824 230. Сейчас Альбина будет возводить в квадрат четырехзначное число. Поехали! Мой ответ 14 077 504. И напоследок Чингис со своим смертельным номером будет складывать восьмизначные числа, но в необычном формате. То есть все цифры будут перевернуты. Поехали! Мой ответ 162 618 700. Аплодисменты! Спасибо вам за ваше внимание.
Команда ментальных арифметиков из Кыргызстана «Интеллект». Ваши аплодисменты. Была парочка помарок, но у меня такое чувство, что от волнения. Ребята на самом деле хотели назвать правильные цифры. Ребята, вы молодцы. Понимаете, что такие задачи не под силу вообще многим взрослым. Например, мне. Как вам удается быть такими крутыми? Во-первых, это постоянная работа над собой, постоянные тренировки. И так как здесь очень много талантливых участников, это чувство конкуренции дает нам больше мотивации и сил. Слова не мальчика, но мужа. Алаудин, а как у вас было с математикой в школе? У меня так, чуть похуже, чем у ребят. Похуже, так. Да. Мнение о номере. Честно говоря, я всегда восхищаюсь детьми, которые посвящают свою жизнь чему-то стоящему, например, как вы, ребята. Развивайтесь дальше. Спасибо. Гульнур. Ну, ребята, вас поддержала вся страна, и это большая, огромная ответственность. И вы сегодня доказали, что вы самые умные участники этого проекта. Молодцы! Спасибо большое. Ситора? Самые, не только самые умные участники, самое умное поколение. Вы молодцы. Номер шикарный. Нурлан? Городам быть, садам цвесть, когда в Центральной Азии такие дети есть. Спасибо огромное. Пару слов вашим фанатам и болельщикам. Если вам по душе сложные задачи и цифры, отправляйте 03 на 5021 или же голосуйте на официальном сайте шоу centralasiagottalent.com. Судьба гениев и будущих изобретателей из Кыргызстана в ваших руках. Интеллект, спасибо.